Здравствуйте! Сегодня выходной, и мы решили себя побаловать, сделать что-нибудь вкусное, быстро, а в магазин бежать неохота. И мы решили сделать пиццу из того, что найдем в холодильнике. И мы нашли 2 яйца, зелень, кусочек сырокопченой колбаски, кусок вареной колбаски, кусок твердого сыра, пол болгарского перца, несколько помидоров, полстакана сметаны, майонез, даже нашли грибочки, которые были протушены вчера. Что нам еще понадобится? Нашли аджику домашнего приготовления. Еще нам понадобится мука и майонез. И начнем делать тесто. Взбиваем 2 яйца. Добавим сметаны. Раз, два, три. Сметаны не хватило. Мы добавим 1 ложку майонеза. Это все перемешаем. Перемешали. Еще добавим 3 ложки майонеза, потому что мы будем готовить ее на большой сковородке. И опять это все перемешиваем. Еще сюда добавим 1/2 чайной ложки соды и погасим ее уксусом. Наше тесто будет мягкое и очень вкусное. Перемешиваем, мешаем, немножко присолим. Можно добавлять 8-9 ложек муки. Немножко добавили, перемешаем. Все, наше тесто готово, пускай оно стоит, а я нарежу продукты. Все продукты мы порезали мелко соломкой, хорошо смазали растительным маслом сковородку и можем выливать наше тесто. А теперь тесто мы смажем кетчупом или аджикой. Перец положим, разбросаем его, чтобы красиво было, чтобы он хорошо прожарился. Затем колбаску. Теперь можем добавить грибов. Теперь выкладываем помидоры. Помидоры уложили. Теперь немножко присолим помидоры и приперчим. Теперь можно все это покрыть зеленью, зеленым луком. И все это посыпаем тертым сыром. Сверху покрываем майонезом. Накрываем сковородку крышкой и ставим ее на средний огонь. Прошло 15 минут. Смотрим. Сыр расплавился, значит, пицца готова. Выключаем. Приятного аппетита! Готовим всей семьей!